студентський мер нашого міста Раміль Агабеков сьогодні в гостях студії «Нового дня». Доброго ранку. Рамиль, очень интересная у вас жизнь, активная, помимо того, что вы студентский мэр, также у вас активная спортивная карьера. Хотелось бы узнать, как вы все успеваете. Небольшой от вас совет. Да, честно говоря, я не знаю сам, как я все это успеваю, но как-то так получается. Ну, просто, начнем с того, что я не люблю, знаете, просто там отдыхать, гулять. Я всегда люблю заниматься именно определенным каким-то делом. Это в первую очередь учеба, это студенчество. Ну и спорт, само собой, как бы с детства тренируюсь. В сборной команде постоянные сборы, постоянные отъезды, режимы. Так что иначе никак у меня. Отслеживая ваши достижения, можно сказать, что вы достаточно амбициозный человек, потому что, имея уже действительно высокие достижения и победы в спорте, вы все-таки решились стать студенческим мэром. Да. Это была какая-то дань своим амбициям или, возможно, какие-то другие цели? Я увидел, что можно как-то своими усилиями, своим трудом, там, благодаря своей команде, вот, я увидел, что можно как-то наладить студенческую жизнь. Она и так налажена, но можно как-то улучшить, как-то начать свои проекты, начать свои акции, начать там, радовать студентов определенными конкурсами и так далее. То есть, и поэтому вот я и мои друзья, вот, ну, это моя команда, мы вот решили поучаствовать в выборах и выиграли. И ну, в принципе, мы это и делаем уже на протяжении полугода, мы занимаемся этим. Победа в выборах для вас была ожидаема или действительно стала неожиданностью? Честно сказать, готовились мы очень, очень скрупулезно готовились. Была серьезная подготовка, ночами не спали, готовили там определенные проекты, видение своего, видение молодежного движения, молодежной жизни города, готовили много проектов, презентаций. Ну, в принципе, не скажу, что это ожидаемо было, на самом деле, мы ехали не с уверенностью, что мы 100% победим и так далее, но была проделана очень серьезная работа, а когда я знаю и когда я понимаю, что мы работаем там намного серьезнее и намного подход у нас более такой, как сказать, был профессиональный к этому, то есть я понимал, что мы должны выиграть и иначе никак. Вот. Как живет студенческий мэр? Хотелось бы узнать о вашей студенческой жизни, возможно, какие-то яркие воспоминания, интересные моменты. Яркие воспоминания. На самом деле, каждый день яркое воспоминание студенческой жизни, потому что студенчество, друзья. Но самые яркие воспоминания у меня, наверное, это сдача экзаменов, потому что подготовка, вот это сидишь, дрожишь, как сдать и так далее, а потом уже, когда сдаешь, такое облегчение. Это для меня это как, знаете, как, ну, я спортсмен, выступаю по кикбоксингу. То есть это как победа в ринге после каждой сдачи экзамена. Преподаватели были в нокауте? Нет, преподаватели не были в нокауте, но иногда от того, как мы отвечали, иногда, мне кажется, кто-то уходил в нокдаун, потому что некоторые из студентов бывало такое, что вообще не были готовы. Но я всегда сдал с первого раза, всегда сдаю с первого раза экзамены, то есть, ну, у меня не было никаких вот проблем. По этому поводу у нас возник вопрос. Студенческим мэром мы стали достаточно недавно, но вот спортом вы занимаетесь давно. Как вы могли совмещать спортивную жизнь, действительно, это и поездки на турниры, вы очень много раз отлучались от учебы, но в то же время экзамены вы сдавали с первого раза. Есть какой-то секрет? Секрет в том, что вот у меня тренировки, постоянно тренировки проходят после учебного времени. То есть есть и утренние тренировки, на которые я, не успеваю, и догоняю вечером, да, эти тренировки. То есть, проводились сборы, проводились соревнования, на которые отлучался, бывало на неделе, бывало на две недели. Но я потом приезжал, учил и читал конспекты товарищей, которые были в это время, да, на учебе, и шел, сдавал, пересдавал все. То есть никаких там не было такого, что «Ой, ты был на соревнованиях, мы тебя там поставим, закроем». Нет, как бы учился и буду учиться. Не студента традиционно празднуете или нет? Такого празднования нет прям, что, но постоянно что-то готовим для студентов, постоянно какие-то идеи, что-то придумываем, вот в этом есть и заключается наш праздник. А вот в этом году что-то уже приготовили интересненько? У нас есть
долгосрочный проект, мы сейчас значит, на него размышляем. Еще он в процессе подготовки, как бы он будет посвящен, мне кажется, скорее всего, весне нашего студенчества. Как бы. И я думаю, вскоре все об этом узнают. Конечно, не хочу сильно разглашать, потому что очень такой масштабный проект. А вот по поводу того, что уже достигнуто в вашем звании студенческого мэра, есть ли уже какие-то моменты, в которых вы сказали, да, я этого добился, я это сделал, можно поставить себе галочку? Ну, в первую очередь, когда мы избирались, да, когда я избирался, в первую очередь я затронул тему трудоустройства. Вот мы совместно с Центром занятости сейчас подписали меморандум, и сейчас идет, ну, много создано определенных сфер в Центре занятости, которые позволяют... Ну, позволяет легче студенту прийти, например, трудоустройство после учебы, возможно, даже во время учебы. Там, я думаю, что это трудоустройство. У молодых специалистов действительно есть проблемы не только в нашем городе, да, но и в стране. Проблемы. Но, к сожалению, пока экономика не выйдет на нормальный уровень в нашей стране, то все равно это будет проблема. Как бы мы ни старались, как бы Центр занятости не старался, это есть проблема, все это понимают. Как бы вот так вот. Я думаю, что да. С таким молодым поколением, у которых не сильно такая активная позиция, у нашей страны есть шансы в скором будущем выйти из этой экономического кризиса. Хотелось бы также у вас узнать по поводу ваших также ярких моментов, еще раз к ним вернуться. Есть какой-то момент, который запомнился вам больше всего из празднования Дня студента, что вы, вот я, наверное, это запомню на всю жизнь. Именно из празднования Дня студента? Да. Ну, честно говоря, я же говорю, я Дня студентов сильно не праздновал, у меня тренировки постоянные были, то есть вот такой момент. Но бывало, да, бывало мы... С ребятами, я помню, собирались, и у нас институтом мы праздновали, то есть были такие моменты. Но самое яркое впечатление для меня это то время, когда мы жили, был момент, был период, там один месяц мы жили в общаге, и там, ну, каждый день был яркий, каждый день был под впечатлением, то есть, да, вот я сейчас вернулся бы в то время. Жизнь в студенческом общежитии – это сказка. Да, да, да. Это интересно вообще. Вы действительно очень занятый человек, совмещаете очень много всяких моментов в своей жизни. Но насколько вы открыты для обычных людей, для студентов? Могут они прийти к студенческому мэру и рассказать о своих проблемах? Конечно, конечно, могут. Могут написать, могут прийти. Мы, ну, каждую неделю минимум 2-3 студента мне пишут, мы иногда даже с некоторыми встречаемся, есть определенные проблемы, вопросы или же предложения, мы обсуждаем и много из них приводим в жизнь, так как вот, например, вот у нас акция «Стоп дракс МК», мы сделали акцию, эта акция нацелена на оздоровление, нацелена на то, что молодежь за здоровый образ жизни в нашем городе. И очень много студентов мне написало своими предложениями. Кто-то спортсмен предложил, например, вот мы проводим бесплатные тренировки в определенные дни, там раз в 2 недели, раз в 3 недели. Студенты пишут, студенты предлагают, мы можем помочь, мы можем провести тренировки. Возможно, там есть какие-то, предлагают провести какие-то, например, соревнования под эгидой этой акции. То есть, и не то, что предлагают просто, но и предлагают свою помощь в этом, в реализации данных проектов. То есть, конечно, любой студент, если есть какие-то предложения, есть какие-то, возможно, вопросы, без проблем, ВКонтакте, в Фейсбуке пишите, мы встретимся и обсудим. Хотелось бы узнать от студенческого мэра его девиз по жизни или, возможно, какое-то кредо, по которому вы живете, какое-то правило, которое помогает вам двигаться вперед. Ну вот, вообще для меня правило – это... Если что-то захотел, нужно идти до конца, несмотря на какие-то преграды, несмотря на какие-то проблемы. Но вот на выборах как раз студенческих мэра у нас было слово такое, ну, такой девиз, мы везде его говорили, что мы, ну, девиз уже запущен, может, но мы всегда говорили, что мы не словом, а делом. То есть не люблю я много говорить, вот мы больше любим делать. То есть, и я думаю, студенты уже видят, что уже многое сделано. Хотя и не любите много говорить, сейчас предлагаю вам поздравить всех николаевских студентов и нашей области с действительно праздником, который празднуют абсолютно конечно. Все студенты с нетерпением. Также можно поздравить всех Татьян, вам слово. Конечно. Поздравляю всех студентов, поздравляю всех Татьян с их праздником.
Студентам желаю добиваться в своей жизни всех поставленных целей, добиться кому-то красного диплома, кому-то просто диплома в окончании института, устроиться на работу, и чтобы не было никаких проблем ни в учебе, ни в жизни. Всех с праздником! Мы также, вся наша творческая группа, поздравляем вас с праздником, с профессиональным праздником. И хотим пожелать вам и вашей команде действительно добиться всех свершений, которые вы запланировали, и чтобы ваше назначение действительно было полезно для нашего города и для нашей области. Спасибо большое. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії Нового дня завітав студентський мер міста Миколаєва Раміль Агабеков.